Центры занятости в Северном Казахстане занимались фиктивным трудоустройством. Схемы сотрудники проворачивали вместе с бизнесменами. Последние якобы устраивали на работу людей с биржи труда. И государство покрывало на работника 30% его зарплаты. На самом же деле человек даже не знал, что он трудоустроен. Выявили сотрудники надзорного органа и другие нарушения. В итоге ущерб государству недобросовестные работники центров занятости нанесли аж на 38 миллионов тенге. Кроме того, был установлен факт в Мамлютском районе, где предприниматель путем предоставления фиктивных документов подтвердил нецелевое освоение бюджетных средств, предоставленных ему для поддержания бизнес-инициативы. На сегодняшний день органам уголовного преследования проводится досудебное расследование.